В Национальной библиотеке имени Чевайна открылась межрегиональная художественная выставка «Вальс цветов». Подробности в репортаже Дарьи Матвеевой. Множество растений застыли на полотнах и украсили собой Национальную библиотеку имени Чевайна. Художники из 9 городов России и зарубежья объединили свои работы в одну выставку. Екатерина Стяжкина, художница из Ишкаралы, решила показать горожанам богатство техники ботаническая живопись. Мои работы в основном иллюстрируют человеческие отношения, человеческие какие-то стороны жизни, события через язык цветов. То есть цветы у меня обозначают какие-то события в жизни людей, какие-то их вот взаимодействия людей. Вот. То есть я хотела вот именно такую сюжетную линию сделать. В создании работ в технике ботанической живописи чаще всего используется акварель или акварель в сочетании с пастелью. В последние годы это направление набирает популярность. Не все мастера, чьи картины представлены на выставке, являются профессиональными художниками. Но главное, что пишут они с любовью. Вот эта вот выставка, она заставляет остановиться, застыть перед этой красотой цветочной, цветов, их разнообразием и, конечно же, их контрастом на чистой, нежной, вот какой-то девственной бумаге. Вот как они ярко выделяются, как они завораживают, привлекают внимание. Выставку полезно посетить не только начинающим художникам. «Вальс цветов» наполнит красотой и радостью каждого. Дарья Матвеева, Николай Казаков, Вести Мариэл.